Привет, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей и сайт «Фокусы от моряка». В этом видео мы будем делать очередной обзор колоды Bicycle, и сегодня у нас Bicycle Алхимия. Вот посмотрим мы эту колоду и разберемся, что же она из себя представляет. Так, смотрим. Друзья, прежде чем мы начнем обзор этой колоды, я хочу отдельно поблагодарить моего подписчика Егора, который живет также со мной в Саратове. Вот, и за то, что он предоставил мне эту колоду для обзора. Так что, Егор, спасибо огромное. Если бы не ты, этого обзора бы не было. Итак, Bicycle Алхимия. Это уже второй выпуск. Был первый выпуск. После того, как он был успешным, выпустили вот эту колоду. Это уже второй вариант, V2, так сказать. Вот, ну давайте посмотрим, что она из себя представляет. Итак, значит, как обычно, у нас классическая надпись Bicycle присутствует здесь. Алхимия, 1977, Ингланд, Англия, да? И здесь вот такая маленькая черепушечка такая нарисована. Вот. В зубах розу держит. Далее. Здесь у нас изображен такой овал, в котором нарисован череп, и в то же время видно изображение женщины, которая держит в руках розу. И здесь вот снизу надпись такая на латыни. «Omnes una manet nox». Это слова древнеримского поэта Горация, которые он написал в своем произведении «Оды». И переводится как... Ну, вообще, существует несколько вариантов перевода этой фразы. Переводится как «Двух смертей не бывает, но всех ждет одна». Либо переводится еще как «Всех ждет одна ночь». То есть подразумевается то, что все смертны. Вот такое вот зловещее предупреждение на этой колоде. Итак, далее. Значит, у нас на торцах такие черепа. Надпись «Алхимия», 1977, «Ингланд». То же самое здесь. Здесь надписи на разных языках, то, что это покерная колода покерного размера. Ну, и здесь вот на обратной стороне изображены несколько карт. Вот как раз фишка этой колоды в том, что здесь каждая карта прорисована. То есть здесь не получится, как в обычных обзорах, показать джокеров, пикового туза, пролистать карты и все. Нет, здесь каждая карта имеет свое уникальное изображение. Ну что же, давайте откроем и посмотрим, что из себя представляют эти карты. Итак, первым делом, конечно же, как мы помним, в картах всегда есть какие-то рекламные карты или бонусные карты. Здесь такой картой является вот такое вот просто изображение черепушки. Такое вот изображение череп. Следующая такая же карта — это карта экстра. Не знаю, что за экстра. В общем, такой вот обычный тоже рисуночек. Такое какое-то непонятное что-то ползет с черепом впереди. И каждую карту теперь мы с вами можем поглядеть. Итак, вот таким вот образом выглядят наши джокеры. Джокер один, точнее. Таким вот образом выглядит второй джокер. Такая женщина на велике мчится. Вот таким вот образом у нас выглядит пиковый туз. Таким образом у нас выглядит двойка пик. Тройка пик. Четверка, пятерка пик очень красиво нарисована, шестерка, вот такая вот у нас семерка здесь, восьмерка пик, девяточка, тоже очень здорово в таком фэнтезийном стиле прорисована, десятка. Валет. На вальтах почему-то тоже изображены женщины везде. Причем здесь какая-то такая вот... Блин, забыл, как их называть. Ну, типа, короче, маленькой феи. Почему-то она сидит на кальяне. Отчетливо видна колба, сам столб и вот эта вот трубочка кальянная. Вот таким вот образом у нас выглядит пиковая дама.
такая вот играющая на скрипке с отстраненным взглядом, и такие вороны, парящие над ней. Вот такой вот у нас безумный пиковый король, такой череп в цилиндре. Вот такой вот у нас червовый туз. У него здесь такие красуются надписи «Amor Morte». Это тоже латынь, переводится «любовь и смерть». Вот такая у нас червовая двоечка. Такая у нас червовая троечка. Вот такая вот четверка червовая. Здесь написано «Операция Нимфа». Вот такая у нас пятерка пик. Ой, пятерка пик, простите. Пятерка черви. Шестерка черви. Семерка. Восьмерка. Девятка. Такая морячка стоит на раскрытой бритве опаски. Десяточка. Такая смерть с косой. Валет. Ну, тоже маленькая какая-то эта. Сидит у кого-то на руках. Вот такая вот у нас червовая дама. Вот такой у нас червовый король. Такой полусгнивший викинг. Вот таким образом выглядит крестовый туз. Вот таким образом крестовая двойка. Красивая такая тройка крестин, такая погонщица на драконе мчится. Четверка, просто дракоша такой с трезубцем. Пятерочка. Вот такая у нас шестерка. Семерочка. Вот такая у нас восьмерочка крестовая. Такая у нас девяточка крестовая. Такая у нас десяточка. Вот таким образом выглядит у нас крестовый валет. Потому что какая-то амазонка. Вот таким образом выглядит крестовая дама. Она вылазит из ракушки, там кто-то тонет. Так вот выглядит у нас король крести. Такой таинственный человек. Кого-то, видимо, кончил и сваливает потихой в туман. Вот таким образом у нас выглядит бубновый туз. То есть, насколько мы помним, да, буби на западе называется diamond. Допустим, ace of diamonds. То есть, туз и diamond, это имеется в виду там алмаз, бриллиант. То есть, diamond, это вот как раз здесь вот эти алмазы, бриллианты изображены. Вот таким образом выглядит у нас король Буби. То есть здесь изображен какая-то хрень, короче, из ада изображена. Вот здесь такой циферблат. И напротив каждой цифры написано, например, Аид, Тартар. Ну, остальные слова что-то не перевел я. Нету таких. Далее, значит, у нас такая вот бубновая дама. Таким вот образом у нас выглядит бубновый валет. Опять же, женщина здесь прорисована с крылами. Десяточка. Такая вот у нас девяточка. Вот такая у нас восьмерочка. Такая семерочка. Шестерочка такая вот. Пятерка. Четверка, тройка и двойка. Рубашечка у нас у всех вот такая вот, как и на лицевой стороне коробки. Везде, абсолютно на всех картах. По качеству карт, ну, обычные байсиклы, да, то есть спокойно тасуются, спокойно изгибаются, веерятся, раскладываются лентами. То есть по качеству карт все то же самое, что и на байсиклах стандартах. То есть никаких отличий. Обычные карты, но только вот такие вот они дизайнерские. Конкретно прорисована каждая карта. Ну что же,
Думаю, в этом обзоре особо больше показывать нечего, потому что главная фишка этой колоды – это разные карты, да? То есть дизайнерская карта, прорисованная каждая штучка. Ну что же, вот такие вот у нас Bicycle Alchemy. Кому нравится, ради бога, покупайте. Конечно же, я оставлю ссылку на эти карты в описании к ролику. Ну что же, на сим пора прощаться. С вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока.